нет. Сегодня маме пришла идея в голову. Наконец-то мы сделаем отпечатки рук. Кто за? Я. Я. Да. Пока Эля срисовал, во какую красоту нарисовал, да? Мама вспомнила, что мы не делали отпечатки пальцев, а вам уже исполнилось 5 лет. Задело? Мама сейчас выберет бумажку правильную. Два. Ты хочешь два? Давай два. Какой цвет ты выбираешь? Черный. Черный хочешь? Ну давай. Давай черный. Показывай ладошку. Теперь раз, два, три. Хоп. Убираем. Круто получилось, правда? Мы помоем обязательно. Сиди, ничего не трогай. Теперь второй. А второй может другого цвета? А? Какого? Хотя у тебя уже черный. У тебя уже часть черного этого цвета там, да? Так. Один у нас будет черного цвета, другой будет у нас синего. Отпечатки ручек. И мама напишет, что 5 лет. Пять. Расправь руку. Расправь руку. Вот. Вот. Каждый пальчик, каждый пальчик. Да, зайка, сейчас будет твоя очередь. Так. Приготовиться. На старт. Внимание, марш. Потрясла, да? Не хочешь? Сейчас мама немножечко покажет. Черный я? Или нет? Нет, черный. Посмотрим сейчас. Да, уже как перчатка у тебя высохла, да? Да. Так, ну все. Теперь будем делать. Попробуем. Вторая попытка точно получится у нас, правда? Сейчас. Так. Вот так, вот так. Yes, супер. Ну, давай черный заодно. Будет у нас дубль два. Да? Вторая попытка будет у нас. Щекотульки, щекотульки. Так, и давай. Все. Yes. Супер, да? И руки. Получилось. Красиво? Это Элиаса отпечатки. Высыхать положим. Выбирай цвет. Какого цвета ты хочешь? Каким цветом будем делать отпечатки? Какого цвета? Не знаешь какого? Ну давай сделаем красного. Ты любишь красный? Давай красного цвета сделаем. И зеленый? Еще сердце сделаем? Ну давай. Давай правую руку у нас вот так расправь, хорошо? Расправь, не бойся. Не бойся, это все смывается. Элиаса руки видел? Они стали белые-белые. Мама помыла. Давай, не бойся, зайчика. Положи ручку вот так вот. Смотри. Просто мне потом мыть придется. А так это щекотно немножко. Давай попробуем. Дай один пальчик. Ну, пожалуйста. Лукас, я это уже делала. Посмотри, да, мы делали. Я потом покажу вам. Вы делали, когда еще поменьше были. Мы только в 4 года не делали. А так мы каждый год делали. Даже в больнице делали. Даже когда вы еще в больнице лежали, маленькие совсем были. Да, ну давай, смотри. Окей. Сейчас придумаем, поговорим. Вот так. Мне кажется, вы даже в садике делали. Я точно сейчас не помню, но мне кажется, вы в садике тоже делали. Нет. Вот, расправь. Да. Вот как, умничка. Да. Все уже, смотри. Все, смотри. Сыночка, смотри, уже готово. Теперь только отпечаток сделать. Все, смотри, смотри, что мы сейчас делаем. Смотри, что мы делаем сейчас. Смотри. Раз, два и три. Хоп. И все. И убираем. Вау!
руку давай. Какого цвета другую руку? Давай помоем. Так, теперь для второй ручки Лукас выбрал какой цвет? Черненький, да? Давай, черненький будет. Давай. Вот, мы уже отмыли одну руку, которая была красная, да? И она стала какой у нас чистой-чистой. Эта краска, она специальная для пальчикова. Пальчиковая краска называется. Да, Лукас? Пальчиками рисовать можно. Да, чекотненько немножко. Уже почти все. Смотри, все пальчики промазали. Сейчас проверим. Все, все, смотри. И теперь мы делаем. Оп. Вот так. Все, супер. И помыть теперь. Красиво получилось, мама покажет, как красиво получилось. Вот такие отпечатки у Лукаса. Пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока.